Находимся в гостях у автоэлектрика горячего ключа. Как и все профессионалы, он отказывается от съемок. Говорит, что нечего здесь снимать. И он такой не фотогеничный, но я хочу про него снять репортаж. Игорь, расскажи о последней своей самой интересной работе. Ну вот Форд 89 года. И что у него такого? Ну, у него вся проводка была в шлаке. Вот эти все провода, вот я вытащил отсюда. Вот. Так, а в чем проблема? Значит, тебе нужно поменять провода, что ли, или что? Ну, я уже поменял. А как ты в них разбираешься? Они были лишние все в этой машине. Ну, пока вот. Пока добился, чтобы фарки поменять. То есть были лишние провода, я правильно понимаю? В машине что-то сломалось, и со временем бездарной электрикой пытались починить. Ну вот осталась моторная проводочка у культуры. Скажу ее полностью снять, перебрать. И свой телефон. Чем тебе мой телефон? Ну ты же клиентов тебе нужны или нет? Мой телефон на первом месте по запросу Google. Автоэлектрик, горячий ключ. Ну люди вдруг захотят проверить это. Вот пусть проверяют. Нужда будет. А так зачем говорить? Они запишут, и вдруг у них что-то сломается. И что? Сглажу людей. Ага, вон чем дело. Да, не, мой телефон очень просто найти. То есть, хорошо тогда, автоэлектрика горячего ключа, да, да, в гугле? Да, окей, гугл, автоэлектрика горячего ключа. Да, не на Авито ту. Да, вот я сказал, окей, гугл, сейчас у них должно в телефоне сработать и найти меня. Хорошо, пиши, какие ты работы делаешь, то есть... Я ремонтирую иномарки, грузовые, легковые, отечественные машины, УАЗики, газели, ну, все, что ломается. Ну, еще ты эвакуацией занимаешься людей, которые в горы поехали или нет? Это... Ну, эвакуацией не занимаюсь, если там что-то случилось у них, допустим, машина заглохла, можно, конечно, подъехать, если вопрос в электрике, все можно решить на выезде. Ну, ты на Ниве ездишь, правильно? Да. То есть, специально у тебя Нива, чтобы для людей, которые возникли проблемы в лесу, чтобы ты мог выехать и решить их. Также точно на трассе очень часто много поломок звонят и днем, и ночью, как мы выручаем. Ну, последний раз опиши, какая вот была штука, или что нужно было сделать? Последний раз просто BMW. Просто заглохло и все. И в чем проблема была? Ну, я перегрелся бензонасос, налили прохладного бензина. И выпили, нет? Нет, она чуть-чуть постояла и поехала дальше. Ну, я прибрался уже. Вот тут она идет. Ее не видно, она вот лежит. Ну, от нее шло много всяких соплей. Ну, это ты уже замотал, да, изолентой? Ну, вот она вот получилась вот такая вот красивая. Вот такая вот.